Так, теперь должно быть нормально. Да. Да будет свет. Разрешение, конечно, паршивое, 640 на 480, но, блин, при попытке поставить повыше, он что-то посылает нахуй и кидает через писюн. Охуенно. Ну да. Mary, could you really be in this town? Кто там строчит? Хуй знает. Да, конечно, анимация у главного героя просто божественная. Ну да. Для того-то времени. Че, в чатике кто-нибудь появился? Да, нет, пока молчат. Может, никто и не видел этой ёбли всей. Но мы будем на это надеяться. Пикселю. Ты тут кругом, блин, угловатая все. Без глаживания, ты херово. Без разрешения. Нахуй, я была. Said Mary. My wife's name. Take me apart, Лиза, блин. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. Я ломал стекло. That's what I keep telling myself. Dead person can't write a letter. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then, why am I looking for her? Да неужели? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there. Just the two of us, staring at the water. Could Mary really be there? Is she really alive? Waiting for me? Она жива и ждет меня. Да. И надеюсь, что она не подъебет меня во всем известном месте, эта игра. Должен быть печально. Да, это будет весьма забавно за этим наблюдать. Блять, да неужели у меня Resident Evil Zero пошел нормально, ну охуеть. Че это он так? Не знаю. Включил OpenGL. Да боже мой, да ладно! О май гад, это заебись. Меня, конечно, вчера убило в Origins, то, что там это, как он называется. У него, ну, он, блядь, очень быстро выдыхается. Ну это вообще сбесило, блядь, по-черному нахуй. Ну да, тут-то бег бесконечный. Он там бежит, блядь. Он хули, он же дальнобойщик, он сидит постоянно. Шпуди ёпт. Он до третьего этажа, блядь, поднимается с одышкой. Снова листочек.
Excuse me, I... I'm sorry. I no, was it's just... okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Ах ты, сука. Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. Не, все. Игра идет заебись. But... Yes? Вообще отлично. I think you'd better stay away. Я рад. Наконец-то я это сделаю. Только единственная проблема, то, что она идет 16 на 9, что ли, насколько понимаю. Да, вот надо подкрутить видео. Допустим, 16 на 9. Смотрим. Пускаем дальше. No, I believe you. Пацаны, у меня какой-то спущен. I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm going to town either way. But why? Все идет, я смотрю. I'm looking for someone. Who is it? Someone. Кто? Кто very это? Very important to me. Кое-кто очень важный для меня. I'd do anything if I could be with her again. I'm looking for my mama. I mean my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry. It's not your problem. I hope you find them. Yeah, you too. Все, работает. Какое здесь разрешение это стоит? Где? Да, в этом, в эмуляторе. Так, это я обратно что-то пришел. Просто для Wii, для обычного Wii, короче, она была переиздана в 16 на 9, блин. Я пытаюсь разобраться, блядь. Как здесь поменять обратно на 4 на 3, блин. О! Нет, сука. Или я не знаю, или все нормально, и меня уже глючит. Ладно, потом проверим. Да, конечно, туман во все поля идет. Прячь текстурки.
Злостная собака меня погрызла. Блин, такое ощущение, что у главгера, у него, короче, спереди такой большой пивной живот, блядь. С такими бегами, блин. Да, ну камера здесь, конечно, по-своему упорота. Да, ну ее хоть настраивать можно, блядь, вперед, чтобы смотреть. Ну это да. Некоторые этого не могут сделать. Ой, в Origins, блядь, меня взбесила эта камера, нахуй. Ебанутая. Так, ну он все равно устает, поэтому... Ну хотя бы бежать может гораздо дольше, чем, блядь. Тут хрен. Он как бы делает вид, что ему там отдышка. Пятна крови. Это кровь? Жопа идет. Они, сука, бесят. Вот когда они падают, они начинают куда-то ныкаться сразу, бежать. Под машину. Ну да, или под машину тоже. Это вымразило просто. Да. Смысл немного побродить, заранее обозначить, что да как, может где-нибудь течки в этой. Здесь, да, здесь это. Тебе еще надо будет найти палку. Ну палку это да, это по сюжету он за ней когда идет за этой тварью палка. Там валяется. Все, бутылки, что это хрень какая-то валяется. Так, ладно, пойду сперва за тварью, а там видно, потому что он пока не отмечает закрытые двери красным маркером почему-то. Ну, второй сейф. Приятный звук радио. Так, убить ты на чем? Управление. Зарядить, убрать оружие.
прицелиться. Так. Пускай контрол. Бег. Так, а бьет он, по-моему, на действие, да? Ну там получается, да. Прицелиться. Куда? Иди сюда, пизда в скафандре. Опа. Is it dead? What the hell is it? It's not human. Так, ну вроде она откинулась, поэтому уходим отсюда. Oh yeah. This thing broken? Так. Блин, у меня соседи там что-то творят. What the? Субботу чё? I better take it anyway. Mm-hmm. I might need it. Следы. Главное только от одной ноги, блин, остается. Ну, нормально, чё. Так, ну тебя, насколько помню, сначала в какой-то трейлер сбегает. Ой, блядь. О, да. Божественная боевка. Еще одна боевка. Блин, хватит вонять мне. Это разделать. Ну-ка, если так. В принципе, на них можно забить бомб. Интересно. Да, забиваю, как... от них понту-то ни, ни о кого нет. Да, тем более они коцают, блядь. Добро так. С ними смысла особого-то и нет. Это когда в узких помещениях там придется. Ага. А так-то от них можно и побегать.
Бутылку. Да. Такая. Которая ходит? Пилота во все поля. Так, если мы этот включим. Кейс сегодня что, на работе? Сегодня суббота. Сегодня никто у нас не работает. Там добежали какого-то покер-ворка, блин, там птичка. Хэппи бургер. Маздак, сука. Так. Хэппи бургер. Хуёво работает. Закрыт. На диване лежит записка. Я буду ждать тебя в баре у Нил. Я перенес его на свою карту. Молодец, так. Да, ну забыл. Там мне подскажешь, когда уже будет к 2 часам идти время. Ну, еще время есть, поэтому можешь засобить болт. Даже не заморачиваться. Уи! СХ вообще поля, ёпта. Ой. А что, ты сегодня вечером ты будешь, не? Ну, я не знаю, может, они этот НВН будут. Ну, они НВН вообще чуть ли не за день договариваются. Поэтому, судя по всему, ничего не будет. Там еще одна аптечка. Ну да, может, вечером еще посижу. Не знаю, посмотрим. Если не занято. Не будет занято. Сейчас добегу до перекрестка, потом перейду в другую сторону. Ну, ветка... Ой, фу, блядь, иди нахуй. Блевантин, блядь. Навонял. Не, версия от Wii U идет гораздо быстрее, чем, блядь, от Куба. Потому что это лютый пиздец. Единственное, я не знаю, почему у меня в роликах появляется этот, как он называется, вот так вот попробуем сделать. Почему у меня в ролик знак в конце улицы Мартин? Кто такой Мартин? Хуй знает. В первой части то там хоть имя и фамилия авторов были. Тут вообще какие-то люди. Что-то написано.
Здесь была дыра, теперь ее нет. Шлюха, что ли? В ней была дыра. И все. Все. С версией для Wii U мы разобрались, поэтому можно стримить. Да, только с роликами так и не разобрался. Ладно, похуй, что делать. Можешь, кстати, погуглить. Скейтбойная площадка. На нее он не желает залазить. Это, по-моему, тот самый переулок из первой части. Угу. Так, я слышу тракан. А, ну нет, не тот же самый. Там по обеим сторонам бы были гаражи. Ой, сорян. А, наверное, вот это. Так. Размазанный чувак. Кетчуп. Ёбли на боку. Так. Бутылка. Во. Аркайвс. Так. Теперь. Дверь, скрипящая в темноте, открывает путь к кошмару. Понял. Домашних животных. Слава богу, он закрыт. Тут на меня сейчас псина бы опять налетела. Которых, кстати, в этой части нету. Хотя они, в принципе, одни из каноничных таких. По печке? Ну, блин. Как сказать? Не из каноничных. Не, наоборот, каноничный. Ну они в первой есть, в третьей, в четвертой.
Тут пёзды по улице. В первой вообще пиздец. Ну да. Так, все, начались подтормаживания. Так, видео. Супер. Ага, мне вот Woodside Apartment. Ну, окей. Так, тут бутылочка. Отлично. Да, тут все время прямо не сворачиваю. Да, блядь, с чего вдруг проседать-то начал? Сука. Ебаные настройки, блядь. 4:3. А, форс нахуй брать, пизду. Теперь дорогу заебись. О май гад, наконец-то расщеперилось на полный экран. This game contains sense of explicit violence and gore. Иди нахуй, иди нахуй, нахуй, нахуй. Да, ну тебе тут, да, надо этот сваливать. Ой, блядь, ну с какого хуя такой проседал, вот это началось внезапно. Fucking apartment. Safe. Тепло, чтобы осмотреть карту, понятно. Нужен фонарь. Вспомнить бы, как он еще в комнате. Да, помню, когда в первый раз играл, страшно было бегать в этих коридорах. О нет, беги, блядь. Ну пердит. Да, сука, кривой. Да пизды бы дал сразу, просто все. Ты ебаться. На, затуши об голову. Так.
Пускай он там стоит. Вот фонарь. Сейчас будет рассеянный с улицы бассейна, блядь. Я взял фонарик, о. Ах ты! С этими посложнее. Так уебал, что он в стену куда-то упал. Так. Чё? Нет ничего, что могло пригодиться. Швейная машинка, ничего особенного в ней нет. Манекены, манекенчики. Теперь-то можно и на карту и работает так, как надо. Здесь. Все. Нашел я золотую середину. Пизду. Все. Остановить. Открыть. Че там, блядь, опять тут пишу? Фильм по стриме будет. Какой такой фильм про тюремщиков? Не знаю. Здорово! Булка. Да просто мы тут с утра засели и пока сидели. Спят, да нет? Мало сейчас кто спит. О, ебать. На полу лежит газета. Ну тогда, когда с утра Спайдер стримил, бывало больше народу в это время. Ну сейчас выходные, у кого дела, у кого еще что. У меня, ну да, я сегодня вообще позволился поспать до 11 часов, пока, блядь, одно, пока второе. Выходные у рабочего класса, так скажем, это, блядь, возможность сделать свои дела, а не сидеть на стриме. Угу. По крайней мере, днем. Так, надо, кстати, в расписание добавить. Бля, хомяк этот вклинился и убью. Да и с учетом того, что Спайдер стримил в будний день, конечно, все на работе сидят. Я около утра сидел постоянно, у меня там 2-3 лица приходило на выходных. И все. СП, блядь. Борм сейчас на УГЦ же сидит. Что это? О. Чарли Милтон Скотт. Погоди. Наш по-русски. Ну, блять,
Ты бы это, как он называется? Всех надпись. Шрамы прошлого устранят. Гвоздь. Останавливающее время. Нет, не сдвинем мы сейчас часы. Да, там вот, кстати, подойди обратно к туда. А, ну хотя ладно, это уже потом тогда будем решать. А что, это с часами же связано, да? Да, конечно. Там же у тебя идет три стрелки. Одна, короче, это, как он называется, одна секундная, минутная и часовая, короче. И тебе их надо будет потом крутить, вертеть. Ой. Так, ладно, я пока отойду, пойду по крыше схожу. Давай. Если чё, Булка, он чатика не видит. И тебя прочитать не сможет. Пистолет нашли. Замечательно, но тратить мы его все равно не собираемся. Так. На этом этаже у нас нам надо попасть на другую сторону. Старый друг. От комнаты 202. Это у нас... Ага. Да, это у нас на этом же этаже. Пирамид голову уже нет. Thank you.
темно, чтобы сказать точно, но мне кажется, с другой стороны этой дыры что-то есть. Сейчас тебя так как цапни что-нибудь. Блять. Хомяк, я хуй знает, он же обещался же вроде включить, поэтому я не знаю. Ну да, в 2 часа же он сказал. Думаю, хуй его знает. Так, взяли ключ от часов, замечательно. Бабочки крыльями шмяк шмяк шмяк. Угу. Ну теперь загадку с часами можно решать, я так думаю. Ага. Пойдем. Так, так сейчас. Мы имеем надпись на стене. Пришел хост. Три имени. Хост? Да. Здорово. ABC на Little Girl, да, блядь. Снова нахуй. Так, сейчас я на ноутбуке включу стрим, чтобы я мог увидеть все нормально на большом экранчике. Шрам прошлого устранят гвоздь останавливающий время. Так, ну давай. Нет, нам сначала надо ключами открыть эту хуйню. Часы остановились в 1:10:15. Циферблат часов закрыт и заперт на. С попованным кодом, возможно. Сейчас проверим. Чего? Он пишет, что русская версия с багованным кодом. Сейчас возьму листик. Ну, по-моему, это один из паролей, которые на авось, блядь, можно решить. Так, они остановились. Ой. 1:10, да? И 15 секунд. Да, твою мать, ебаная ручка, пиши давай. 15 секунд, окей. А, да, хост, это да, я помню, что в русской версии на одном из листиков не видно кода к сейфу. Это я помню, ты понял? Это будет потом. Ты это, слышишь меня? Тебе надо подойти вот к тем именам посмотреть. Тут ты куда-то крутишь, а от этого вот понта никакого нету сейчас. Есть понт. Там щелчок должен быть. По-моему, загадку можно решить на авось. По крайней мере, мы так делали раньше, когда первый раз. Ну ладно, сейчас посмотрим на имена. Так. Так, секундная. Секундная, она как остается, так и остается. Получается, Милдред, она на 10 секундах, ой, минутах, да, получается тоже. А Чарли, она получается так. Часов на 10, так. На 11, может. Так. И... Эйк, вот так. Пойдем ковыряться. С учетом того, что у нас секундная стрелка не двигается нихуя. То есть получается так. Ну. Погоди. Вернись еще раз, пожалуйста. Нет, там не брутфорс, там хуйня. Да, каменная. Да. Ну вот. Просто отсюда, в принципе, видно. Чарли Милдред Скотт, как бы, ну, это приблизь, я нихуя не. Секундная, она остается на месте, а часовая, да, она вот. Ну, Чарли Милдред Скотт, час, минута, секунда, это понятно. Так что пойдем ковыряться. Все. Я просто это наверняка, что мы нахуй. Мы с тобой тут, блядь, просидим, нахуй. Так. Так, ну что, тебе надо часовую, короче. Давай. В эту сторону. Да, в любую эпоху. Так, тебе часовую на между 9 и 10 и минутную на 2.
Давай, давай, давай. Все. Угу. Все? Угу. Щелчок был. Ну что, заебись. Даже, блядь, думать особо не буду. Ну, я говорю, он на авось там, блядь. Там остановишь в нужный момент, ты еще щелчок услышишь, все. Да не, на самом деле, в третьей части оно как-то посложнее будет, чем тут. Я здесь, у меня единственный затор был, когда этот, как раз таки, по-моему, был сейфом. Тогда у меня глюк. Только это было, кстати... Ну, хорошо, что сейф был не обязательный. Ну, да. Ну, там они как-то по-уебански было. Ну, аптека. Да какие геймфаки-то, ебаный рот? Пиздец. Ебал. Ты не Dark Souls геймфаками пользовался. Так. Ну, все, сейчас ключ возьмешь и будет заебись. Да, пирамид хэт ушел в эту сторону. А ты ключ-то взял, не? Который пнули. Нет, сейчас за ним пойду. Вот он наверху. Ну, он вниз тоже может, наверное, сходить. Да. Тут у нас патрон к стволу. Бля, здесь, конечно, самая охуенная дверь, это в стенку. Вообще пиздец. О, ёбля. Ебать, двоих сразу, ёб. Извращенец, блядь, смотрит. Дай-ка подгляну, блядь, разок. Все заглючило. Такое ощущение, что фонарик не отключит. Смотри, блядь, что нахуй. Да, Джейми, так и поехавший, блядь. У нас, судя по всему, сейчас будет, блядь, марафон с Silent Hill, блядь. Ключ от двора. О, дворик. Мне кажется, одна из, блядь, таких больших локаций, это тут, на. Потому что остальные пролетаются только в шорах почему-то. Ну, блядь, отель последний, он тоже забитый. Ну, я бы не сказал, что он длинный, но... Может, чуть подлиннее, чем этот. Ты... Ебаная больница тоже не короткая. Ну там броет опять это, блин. В жбане, ёпта, на нахуй. Боевая система есть, конечно, вообще пиздец. Ну да. Почти пошаговая, блядь. Нет, хост норм хард. Да, взяли ключ, который эта сучка пнула. Патрон к стволу. Так, ко мне идет выдра. Че, встал, что ли, опять? Заебал. Да не, это другая. Там он валяется тут.
хост, рвать жопу на харде как-то вообще не хочется абсолютно. Ты пальцы со своим хардом. Так. Так, ну здесь я, насколько помню, спуск в воду. 303-й. 303-й у тебя, по-моему, забетонировано, нахуй. Или нет? Так, первая дверь. А, нет. Да, она открыта. Тут сучки. Да, блядь, что там, нахуй? Клауд нас Х3 на харде в ферстране с ласт боссом ебался долго. Ну, блять. Поздравляю. Мне, блять, больше хватает, я уже заебался. Да чтоб вас нахуй, сука, разошлись, блять. Писаки ебучие. Затрахали. А чё картинка не на весь экран? Потому что это, блять, ПК-версия, она кривая, как хуй знает, что, блин. 4 на 3 хули. 640 на 408. Вот, мы, кстати, в начале стрима ебались, блядь, настраивать. А, ну да, вас же не было. Кстати, Хостыч, я все-таки смог, блядь, это... Resident Evil Zero, блин, добить. И он почти идет без... про это, без проседаний. Вот, только есть глюки. Блять, конечно... заебись, теперь меня еще, блядь, всплывает этот гараж ебучий. Нихуя он всплывает, ёпта. Всплыл так всплыл. Так. Раз его верную версию брать, так мы тогда бы нихуя бы вообще бы не поняли на японском. Так, ты бы здесь будешь обшарил, потому что там еще какая-то там хрень была, по-моему. Да, я обшарил. Позади, который остался. Пакет с соком, давай бери. Так что в ближайшее время будет Resident Evil Zero, блин. Ну да, вот я что и хотел, собственно, сделать. Расово верный ТПС 2. Ну, блять, с симуляторами ебаться как-то, да. Блять, совсем. Еще хуже, чем с ПК версией. Да. А вон я как эту нахуй на PS2, блять, Project Zero 3. Пытаюсь вот, блять, ее включить нормально. Она мне идет, все окей. Только у меня отсутствуют все персонажи, короче, и все. То есть есть фонарик летающий, блядь, это по... Ну, у меня с Каслой было, блядь, я там что-то тоже настраивал, блядь, это... Персонаж есть, а текстур нет, он просто в чёрной пустоте бегает. А у меня их вообще нету. Ни привидений, блядь, ни этих, как он называется. Ни самого персонажа, блядь. Видеоролики идут заебись, все нормально идет, но вот персонажа нету, что с ним делать, я хуй знаю. Fatal Frame же пересдавали на Wii, но я вот и хочу попозже потом заморочиться. У меня, в принципе, по-моему, на Wii-шку сейчас посмотрю, у меня это... В ромах посмотрю, там хардварный режим врубать надо. Я врубаю, только он, блядь, настолько глючный там, блядь, что я охуеваю. У меня игра, она... Просто начинает ее штырить, блядь. Ни с того, ни с сего. Так. Так-то не то. Так, GameCube. А, нет, у меня нету. У меня только здесь Resident Evil одни, блядь. Так, надо, кстати, SpaceX Soul River удалить. Мы его прошли.
да, теперь сроки. Все скинул. Mm-hmm. Твою мать. Мусорный пакет разорван, содержимое разбросано по всему. Взял монету старик. Что это? Местная желтая пресса? Хм. Сегодня полиция сообщила о том, что Уолтер Салливан, арестованный 18 числа этого месяца за жестокое убийство Билли Локейна и его сестры Мириам, покончил жизнь самоубийством в своей камере ранним утром 22 числа. Согласно заявлению полиции, Салливан воспользовался столовой ложкой, чтобы проткнуть себе шею и повредить сонную артерию. Когда охранник нашел его, Салливан скончался от потери крови. Ложка была воткнута в его шею на 5 сантиметров. Старый одноклассник Уолтера Салливана из его родного города Pleasant River сказал, он был не похож на человека, способного убивать детей. Но я хорошо помню, что незадолго до ареста он постоянно нес странную чепуху, вроде он хочет убить меня, он хочет наказать меня, монстр, красный дьявол. Простите меня, я сделал это, но я был не я. Одноклассник также добавил, теперь я думаю, что он был немного сумасшедшим. Хм. Много долбоёб, да. Так. Хомяк говорит, что, блядь, его подставили, Кевич не придет, блядь. Выпаляет запись, нахуй, в связи с тех проблемами. Мог бы сам, сука, застримить-то, ёбаный стык. Уж чё-чё, блядь. Он говорит, блядь, потянет. Да, все там потянет, ебаный рот, блядь. Не могу, нет, слабый. Так, блядь, сделай нормальный интернет, сука, 500 рублей в месяц, блядь, за нормальный интернет, блядь. Ну да. 3,5 мегабита на скачку и на отдачу. Ну вот я плачу 490, у меня 880 приема, 80 отдач. Хуя ты буржуй. Хочу в этот бассейн придет. Там, по-моему, в бассейн. Да беги, блять, идиот. Сука, инвалид. Ой, блядь. Просто как наебнулся так хорошо. Взял монетку. Все, беги нахуй. Монеты медные, блядь. Что значит медные? Ну, вообще-то монеты бывают разные, ты сам знаешь. Да, просто отсылка. А? Большой куш, блядь. Так. Вот там что за дверь, интересно. Но она закрыта, что. А ты туда не попадешь. Mm. Я уже туда, блядь, пытался попасть и пытался, блядь, найти гайд. Может быть, как туда попасть, но. Не моя хата, буду снимать, проведу. Блядь, твое решение. Он блюет. А этот хрен. Сейчас будет долгий ролик, сука. Что за? Кто мог такое сделать? Блять, показаны только ноги нахуй. Кто это мог сделать? Что-то патрончики валяются. Еще им поедет. Голая жопа, да? Моя версия, они даже вот в этих роликах не говорит. Звука не было. My name's James. James Sunderland. Eddie. Меня зовут Джеймс Сандерленд. Who's that dead guy in the kitchen? Эдди Хуенья. I swear I didn't kill anybody. You're not friends with that red pyramid. Red pyramid thing? I don't know what you're talking about. Honest. I did see some weird looking monsters. They scared the hell out of me, so I ran in here.
Well, I guess this place isn't too safe either. What happened here anyway? I told you, I don't know. I'm not even from this town. I just... You too, huh? Something just brought you here, right? Yeah, you could say that. Well, whatever it is, I think you better get out of here soon. Yeah, you're right. What about you? I'll leave as soon as I'm done here. Eddie, be careful. James, you be careful too. Хомяк, что скачать успеть? Ты о чем? Фильм. Фильм. Так, сейчас, я в данный момент просто тестирую, то есть сижу, блядь. Ёбаный ты, сука. Хотел сказать, что хомяк, ёбаный рот, но, блядь, у меня вылетел этот эмулятор. Твою мать. Так, купим живил, хардварим, блядь. Фильмандриф его. Раз ты мне дал ссылку, то извинись. Что это у нас за хуйня? Так, сколько оно? 2,90 весит. Вот сейчас попробуем. Хули нет-то. Да, только мне этот надо поставить. U-Torrent. Я хочу старую версию. Позязя. Нет, он мне, сука, предлагает новый. Пидарас. Я на самом деле не люблю новую версию этого ебучего. Да, хомяк, я вижу. Сейчас скачаю, погоди, блин. Ебучего кого? Да, ебучую новую версию этого U-Torrent'а, блядь. Они, сука, упороты. О! Ёшкин кот, здравствуй. Здорово. Что-то тебя давненько не было видно. Так, нет, автозагрузка нахуй. Далее. Блять! Яндекс браузер пихают. Пидоры. Плохо помню. Чё? Куда мне? А, мне дверь надо открыть, которая, блять, через... Короче, непонятно она расположена. Дырище такая между зданиями. Дырище, это у тебя пожарная лестница, блядь, на третьем этаже, по-моему. Я сколько помню. Там тебе надо посмотреть на этом, как он называется, на... Скажи мне, я скажу, блядь. Кажется. Да, там на какой-то из них, короче, есть. Так, preferences, так... Квивинг, это понятно. Так, директорис. Вот. Вот. Я был прав. Чё? То, что он на этом этаже. А. Ой, блядь, сука. Хомяк, ты меня озадачил. Так, 2,95. Ну, по идее, должно хватить для твоего фильма.
А, ну, 2,89. У меня остается 30 мегабайт свободных, блядь. Так, теперь остается скачать ОБС. Да, сунем руку в толчок. Похоже, что-то застряло в унитазе. Придется сувать. Похоже, это бумажник. Внутри какая-то записка. ВВ6167. Так, получается... Это вниз, наверное, или как? Ну, получается... Ну, да. То есть снизу 6, потом вправо 1, налево 6 и вправо 7. Давай запишем, сейчас, погоди. 6... Так, так, 1, так, так, 6, так, так, 7. Ну, все, записал, поехали. Так, что будем посмотреть? Так, в какую сторону-то 6 первая? Так, ну, давай сначала вправо. Погоди, так, а вторая цифра... Вторая цифра 1. Она вправо или влево? Вправо. Сначала идет 6, потом вправо 1. А, ну получается, мы начинаем с 6. 6. Вот, потом это... Бля, я уже неправильно. Вправо на единичку. Ну, как бы тебя надо круг сделать. Потом вправо, ой, влево до 6 и вправо до 7. 6, 1, потом влево чё? Влево до 6. И чё, вправо до 7? Да. Значит, наоборот, тебе надо крутить. Начиная с 6, чтобы у тебя вот, ну, эта хрень, она была в этом. Ну, шла в указанное на направление. Блять, у меня в глазах рябит, нахуй, сейчас, блядь. Я, блядь, просто не понимаю, прокручиваю мимо. Так, сейчас. 6, потом 7. Потом 1. Потом 6, потом 7. 6. Нет. Так, погоди. Возможно, я единицу неправильно. Возможно. Так, 6. Хомяк, у меня твой фильм качается со скоростью 10 килобайт в секунду. После единицы чё? 6 еще раз? Да. Silent Hill 2, сейф. Сейчас там глянем, просто сразу. Что мы сейчас с тобой встрянем, блядь, русская авиация. Так, это все понятно. Так, 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 так. Решение. Поверните ручку так, чтобы вертикальный указатель был на цифре 6. Затем крутите вправо до цифры 1, влево до 6 и, наконец, вправо до 7. Так, вот, собственно, тяжелый уровень. Решение. Вы получаете код из римских и арабских цифр. Данный код означает следующее. Прокрутить ручку на цифру 6. Так, затем вправо до... Лоу. Чё? 5-5 получается 10. Да, получается. У нас там 2 В было, да? Да.
У нас получается, смотри, получается 16, потом до единицы, потом до 6 и до 7. А. 16, 1. 1, 6, 7. Хомяк, блядь, сука, пиздец, Руфин качается, сука, хуй знает что. Как он-то называется? Всё, открыл. Открыл? Ну, вот, заебись. Так, сейчас поищем. На мой клаб. Иди сюда, нахуй. Так, куча патронов, пистолет. Ну, это полезная вещь, вот она. Да. А, ну вот, кстати, тут я нашел забавный сайтик. Здесь даже это, как он называется, все вот эти вот кнопки, переведенные подсказки, да, короче, они в таком стихотворном стиле. Забавно. Да ладно. Ох ты, ёпта, Роскомнадзор, нахуй. Да ты охуел. Чё, я хочу на nme.club.me. Заблочили опять что? Суд, блять, ну что за пиздец, а? Пидармуты, блять, один-единственный нормальный трекер, блять, забанили на. Дорогой Тим, мне надо выполнить одно поручение, так что я уехал. Я оставил ключ у дяди Дэвида, ты ведь знаешь, где он живет, верно? Комната на первом этаже рядом с лестницей. Я вернусь как только смогу, так что присмотри за домом, пока меня нет. Ой, побег невозможен. Ой, блядь. Блядь, дивидерип включить нахуй, не ебать мозга, блядь. Тут хотя бы эти есть нахуй. Газдающие, блядь. А то хомяк там кинул, блядь, что там никого вообще нет, блядь. Пиздец, не встать, нахуй. Первый день в интернете. Да в натуре, блин. А часть депозита, ага, блин. Да ты меня заебал, сука, блядский юторн, блядь. Упорот, блядь. Блядь, ёбаный таракан даже коцает. А, ну они не коцают, как бы. Они мешают. Хуевает, блядь. Ну. Замораживает, наверное, блядь. Не курим, нахуй, а чем другой потом, блядь, будет поставить. Ну. Сука, ты, блядь, надо мной издеваешься, походу, да? Взял, блядь, и завис, нахуй. Кусок говна, блядь. Энд таск, нахуй. Пиздец, блядь. Просто иди нахуй. Просто иди нахуй. Да, я хочу убить этот процесс, хуя. Опа. Совсем пизданулся. Ну ты санина, да. Шатдаун, нахуй. Не, хомяк. Я не буду ничего делать в пизду, блин. Из-за твоего, блядь, ебучего этого, нахуй. Даже не сунусь. Кивич, блядь, ты будешь стримить этот ебаный фильм или нет, блядь? Че, он в чате? Ну, блядь. А, ну все. То он тут, блядь, вот заебал меня. Yeah, I'm James. Angela. А, я Джеймс. Angela. Okay. I don't know what you're planning, but there's always another way. Really? But...
You're the same as me. It's easier just to run. Besides, is what we deserve. No, I'm not like you. Are you afraid? I'm sorry. It's okay. Did you find your mother? Not yet. She's not anywhere. Did she live in this apartment building? I don't know. So, all you know is she lived in this town. What did you say? How do you know that? Well, I just figured, 'cause this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Am I right? I'm so tired. So, why did you come to this town anyway? I'm sorry. Did you find the person you're looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. It's okay. Anyway. Hey, just sex life. I don't know why I think she's here. Тут довольно забавные глюки. Сейчас он. Don't worry. У нее периодически пропадают волосы. I don't think so. В смысле, как это? Ну вот когда идет сейчас ролик, да, там. Видишь, как это. Как подрыгивается. Ну, не подрыгивается. У меня все окей. Забавно. What about that? Молодец, хомяк. Will you hold it for me? Победил. Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. Я покакал. Феминизм, блядь. А он там монетка лежит, кстати. Надо ее схватить. Пиздец, блядь. Ебаный этот фильм, блядь. Нахуй, блядь. Я тебя больше не видел. Да, у нас теперь есть ножик. Только его нельзя использовать. Монеты заключенные. Он, кстати, этот нож тоже влияет на концовку. Если его, на него смотреть, тоже частенько, то сформируется иная концовка. Так. Сейчас надо посмотреть, что еще. А, у него нет карты этого места. Охуенно. Five minutes, bitch. Нихера себе. Четыре утра. Так, я хотеть новое хало. Сука, ценник у нее пока бешеный. А вот, кстати, карта. Правда, она уже практически не нужна. Так, вроде бы... что мог, я смотрел.
дед, блядь, он же на первом этаже. Что-то поднялся сюда, забыл. Хомяк, ты со своими фильмами заебал. Крутануть ему там еще один надо. Сейчас мы тебя какой-то крутанем, блядь. Здесь писет, блядь. Так. Все, крутанем, да крутанем, блядь. Играть такая будем. Так, сохранимся еще раз. Это пика, да? Посмотрим, что с этой загадкой у нас мы придумывали. Не, Кивич, НВН не будет. Первое ложе — место того, кто несравненно тих и пуст, бессердечен и бесстрашен. За ним сидит тот, кто знает место слуги, следующий за трон. Дюжина футов уже не просто основа, а один из прячущихся за ним соблазнитель из снов. Создание Аида. Дальше от мужчины и ближе к женщине. Мужчина и женщина видят всю небрежность вороньего крика. Тихая и спрятанная пара. Может быть, они не для твоего взора. Верни их туда, где они должны быть, и благословение снизойдет на тебя. Говорю, соответственно, северной звезде позади меня рождение солнца. Это начало истории. Пиздец, блин. Какие за люди пиздящие? А, монетки. Mm-hmm. Собственно, я могу тебе немножко перефразировать то, что здесь было написано. Три монеты блестят, пять ячеек для них. Соблазнитель ее с краю где-то притих. За спиной дамы той ветер дует легко, а бесформенный ноль, он от них далеко. Возле змея старик не захочет сидеть, но от пленника слева он остался дряхлеть. Подожди. Собственно... Слева пленник, это значит, он... Да нет, тут понятно, что все просто. Просто как, блин, высиживать постоянно, это... Байрон, я хуй знаю. Байрон, не Байрон. А, слева. Возможно, вот тут. Так, старик будет, значит, с самого края. Чё, не так? Погоди, там у нас получается первую... Так, ну-ка, это... А, слуг возле трона, хозяев своих, дюжины ног, ни единого пальца, рядом находится тот, кто сокрыт. Все вместе тот, кто мечтой искушает и в преисподнюю ею манит. И он от мужчины подальше держался, а к даме поближе стал место искать. Дама с мужчиной все видит, ворона кличу не станут внимать. Тихо со сокрытым, блять, возможно, взоров чужих избежать повезет. Ага, так, окей, все, надыбал. Короче, пусто старец, пусто змея заключенный. Пусто старец. Пусто старец, пусто змея заключенный. Тут по первой строке за загадки понятно, что первое углубление будет пустым. Далее говорится про того, кто знает, что место слуг возле трона хозяев своих. Это относится к монете старец. Следующая строка — рядом находится тот, кто сокрыт. Означает третье пустое углубление. По следующим строкам становится понятно, что они относятся к монете змея, которая, в свою очередь, находится дальше от мужчины, монеты старец, и ближе к женщине, монете заключенной. Поэтому монеты змея и заключенной расположатся в последних правых углублениях. Все, включен дом. На самом деле, тут, я смотрю, еще есть экстра уровень какая-то. Но тут довольно-таки... Прикольно. Это подобно монетам, что брошены были в бескрайнем туманном... Уровень сложности? Да.
Под весом грехов наши души не сходят, утратив свой свет в этот мир. По праву грехи все свои искупаешь, что в жизни свершили они, три раза подряд запоют, исчезая, и станешь счастливым ты вмиг. Их первая нота исполнена будет отнюдь не рогатым самим, но рядом он грехам всем служит, источником вечным одним. Жизнь приносящая, и ты приносящий позор. Вы оба грешны, но второму в гиене помягче грозит приговор. Неслышно бесформенный ступает, держась позади старика. Душа его в страхе покоя не знает, познав горький привкус греха. Не знающий нужд лишь притих свой голод навеки утолив. Грехом меньше всех он сломлен, всю похоть в себе подавив. Страшная участь для грешников его наказание ждет, но если удачлив будет помазан, вечный покой обретет. Забавно на самом деле сделано. Хомяк, я эту игру проходил тоже сам, и мы проходили с матерью, и у меня мать ее отдельно проходила. Как бы мы проходили без, ну как, без прохождений, поэтому не ори. А Данте на PSP, ну если на эмуляторе оно запустится, то да. Но я не знаю, когда это будет, поэтому... Там же фон мигает эпилептически. Да я бы не сказал, что он там эпилептически мигает. И сука, хомяк, мне из твоего ебаного фильма, блядь, все вкладки проебались, блядь, которые мне нужны, блядь. Души. Да я ебаный. Так. Ёбан. А, опять. Давай, охуели, ну нахуй. Как долит там все. Так, ну его можно не пиздить, главное это. Да, тебе надо его оббежать и вниз. А, или... Нет, вот. Надо подождать, когда он съебется. Ну, хост, посмотрим, как оно пойдет, не пойдет. Если не пойдет, то похуй, получается. Поломается, так поломается. Что жди? Какую сирену? А. Я думал, ты про этот... Про Сайрон. Давай, съебывай отсюда. Блин, ну чё же он так долго-то? Наверное, из-за уровня сложности. Из-за нормы? Угу.
как он надоел. Все, он съебал. Или нет? Да, вот, сирена. Все, иди нахуй. Да вы охуели, какая реклама-то? Поюбались совсем, блин. Да, я использую ватблок, пошел нахуй. Хуй. Птицу можно видеть под водой. Блять, спустился. Пошел гулять, блин. Рыбку ловить, нахуй. Хомяк, ты что там долбил опять? То, что всегда. Заебал. Здорово, Вин. Здорово. Да, он позеленел, блядь, и в чате, и так. Гляйку опистуешь, все. У! Девочка. О, попытка не пытка, еще раз попробуй. I don't know. Maybe I did. What's a little girl like you doing here anyway? Huh? Are you blind or something? What's that letter? None of your business. You didn't love Mary anyway. Wait! How do you know Mary's name? Твою мать нахуй, блядский эмулятор, сука. Вопрос я второй части, реально ли это девочка? Нет, вроде как. Ну, хуй знает. Я не хочу спойлерить тем, кто не играл, но не знаю, есть ли тут такие. Да, думаю, есть. Куртец отправили. Заебись. Так, тут трекинг номер нужен. Фрекинбок. Так. О, еще тут аптечка замечательная. Копировать. Где у меня программулька? Пэкэдж трекер, блять. Интересно, это кому памятник? Ты уже пускаешь кинцо, что ли? Эдварда, он сражался, умер за людей, за свободу и за наше будущее, память о нем живет. Ну, я тогда добегаю до сохранения и тогда заканчиваю. А может... Правда, тут еще... А может, продолжим? Да нет, мне сейчас еще по своим делам. Я как раз на 2 часа это всего и хотел.
Продолжим, может, посмотрим вечером. Вечером вписываюсь, потому что я уже вписался, а НВН... Ну, ребята, там не будет НВН, да? Нет. Мэри? No, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are different. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Feel how warm I am? You're really not Mary. I told you, I'm Maria. Sorry, I was confused. Where are you going? I'm looking for Mary. Have you seen her? Didn't you say she died? Oh yeah, 3 years ago. But I got a letter from her. She says she was waiting in our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? Well, there's the hotel too, I guess. The one on the lake? I wonder if it's still there. The Lakeview Hotel? Yeah, it's still there. So, the hotel was your special place, huh? I'll bet it was. Don't get so mad. I was just joking. Anyway, it's not that way. It's this way. You're coming with me? You were gonna just leave me? No, but... With all these monsters around? No, I just... I'm all alone here. Everyone else is gone. I look like Mary, don't I? You loved her, right? Or maybe... You hated her. Don't be ridiculous. So it's okay? Yeah, fine. Теперь она с нами будет бегать до поры до времени. Посмотрим, что тут. Какой-то на гробе. Или памятник. Уеби ее корягой. Въеби ее в щи. Забей ей гвоздь в голову. Подых ей палкой. Сохранялка, по-моему, она не здесь, она чуть подальше разная. Ой, ебать. Софтварный режим это OpenGL у меня заработал внезапно. Только проседал в FPS, я ебал. Ебать. Ну, блять, попец у главной героини. Ой, мне очень нравится. Так, не буду трогать больше. Не в закрытом помещении. Хм. Так, тут у нас обрыв, не вейпанный. Ой.
беги, Тян. Я не знаю, где бить. А я ж, по-моему, запить же не могут, да? Хуй знает. Я, конечно, сам не проверял нихуя. Снимут, это хорошо. Хорошо, что она не вопит, типа там, подожди меня. Ну это да. А, здесь есть какой-то пятак? Да, по-моему, катался. Я не... Тут в какой-то части, уже не помню, тут такой же был пятак, это там, когда ты переносишься в другую реальность, ебаный. Вот, там эта дверка открывается. Блять, вообще нихуя не видно. Да блять, хватит кусать меня за пятки. Так, когда не вижу, поворачивает он голову начальник. Да я сам что-то не вижу. Кроме этих пилотов. Ну туман здесь, конечно, блин, суровый слишком. Вот что-то поворачивает на что-то. О, ЗВС. Аптека. Проморгал. О, еще одна. Не бить. Thank you very much. Подстилки. Вроде как был. Ездить так, не буду. Тут у нас какой-то дворик. А, это. А, вот сейф. Фух, ну что, вроде все нормально прошло. Настроились с горе пополам, блин. Так что всем спасибо, что смотрели. Сейчас приходите в видеосалон, там фильм «Хомяка». К Сайлент Хиллу еще, возможно, вечером вернемся, так что мы в любом случае вернемся к Сайлент Хиллу, потому что у меня будут Origins. Ну да. И ты давай подтягивайся, будем ебашим дальше. Ну, всем пока.